Привет-привет. Трудишься с утра? Молодец. Трогнуло мое сердце. Я все-таки дала ему несколько кусочков булочки. Он не ест. Он берет клюв и здесь вот везде под деревьями, под листочки прячет эти кусочки. Вот поэтому он уходит и поднимает листья. Он, видно, забывает, куда определил свои заначки. Ну, может, возраст. Кто знает. Или ранний склероз. Красивый. Вот так. Ворона нет. Ворона редко прилетает. А вот он прилетает. И сейчас в основном рано. Вот где-то я встаю рано, я полшестого уже все встала. И он около 7 уже здесь. Ну, наелся ли сам-то? Вот такой вот у нас ворон. Или ворона. Может, черная ворона. Не знаю. Я не орнитолог. Да? Умная птица.